всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Серега, Снеговик, как всегда подписчики, мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте, славяне. Карта у нас FNAF 2, я буду сегодня аниматроником, но сегодня у нас не просто аниматроники будут от охранника, а они будут должны защитить заложника, это Алекс. Посмотрим, что с этого получится, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем... начинать. Надеюсь, ребята, вам понравится, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал, а мы возьмем очень хитрого аниматроника. Они даже не будут ожидать, что я так могу делать. Да. И че, сквозь землю? Нет. Ну что, я вообще такой читер, как вы. Ля-ля-ля-ля-ля. Попробуем убить заложника по красоте, но давайте сначала сделаем несколько стадий. Сначала в наглую попробуем пройти. У меня 8000 жизней. Как еще стрелять? Вы что, решили мне, короче, сделать татуировки из гвоздей? Серега, я целюсь тебе прям в голову. Так, гвозди пропадают, у меня есть время убежать. Ждем, 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 ждем. Быстрее, гвозди, пропадайте. Ну-ка, есть, 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 я убежал. Ля-ля-ля-ля-ля. Он меня увидел. Эй, я замораживаюсь, что ли? А я не знал. Убийство замел. Он оружие взял замораживающее. Я помню, я его сам добавил. О, привет. Говно. Да. Эй, эй. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пацаны, вы очень легкие. Ну, и, наверное, потому что я жесткий аниматроник. Хорошо, я возьму аниматроника, у которого мало жизней. Новый пилпак, ребята. Кто не видел, смотрите, очень классная аниматроника, классно сделано. Анимация катания на коньках просто улет. Ладно, это вот 400 жизней. О, 4000 жизней. Не 400. Ну да, не 400. Тогда они все разные, у них такие прикольные всякие возможности. Так, все, по вентиляции лезу с правой стороны. Лезу, лезу, лезу по вентиляции. Угу. Я обманул. Я с правой стороны. Ай! Блин, прикольно, льдом берется. Отвали! Эй, ты чё с базукой тут вонючей своей стоишь? Да что такое? Ладно, пора заложника идти мочить. Раз пацаны не могут меня убить, пойду заложника мочить. Ага, я знаете, что я понял? Я не могу ходить. Я не могу прыгать. Крошка, крошка, красава. Да, это обстоятельства. Серега, мы... Пацаны, вы готовы? Да. А я иду, иду. Сережку мочить. Заложника валить. Слышь, уйди отсюда, сынок вонючий. Слышишь, а что за оружие у тебя такое читерское? Это не чит. Да оно какое-то вонючее. Это супер читерское. Давай, иди сюда. Я тебя не боюсь. А, да, не можешь, да, это пролезть? Не могу. Жирный ты наш. У него нет возможности лазить на карта фана. Да, хорошее оправдание, Димас. Меньше жрать. За это я убью твоего сотрудника, за то, что ты так говоришь мне. И а еще. Что, прощайте, я убежал. Ой, прости. Так, все, я сейчас должен убить заложника. Я не могу тпхаться. Это тпхаться, пацаны, я бегу за заложником. Так, 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 так. Надо резко за спину. Вот смотрите, как пройти с этим имбовым оружием. А, вот так значит, да? Давай, испоганься. Давай, испорть настроение. Тогда мы используем тактику... Тактику убить на крысу. Сейчас мы это сделаем. Так, внимание, следите за ним. Так, 5000 жизней. Есть возможность ставать невидимым. Ах ты говно. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод.
Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, знаете что, у вас не было мотивации. Знаете, что вам тогда сделать здесь? Чтоб вы более дорожили жизнями. Мы положим здесь очень мощную бомбу. Серега, ты готова? Да. Так, сейчас. Надеюсь, получится то, что я задумал. Например, вот эту, да? Нет, это слабая бомба. Не, Димас, я тебе бы посоветовал. Может, вот эту вот, царь-бомбу? Нет, царь-бомбу я тоже передумал. Нет, это как жирный. Же... Чересчур, да. Вот эту вот. Она нормально лупанет? Да. Да. Но на ней... Значит, она сильно бомбанет. Хорошо. Хочу дополнительную положить, которая активируется по моему удару. Это, например, будет... О, отлично. Газовая бомба. Пойдет? Как пернет, да. Ну что, ребята? Можно? Последняя стычка. Но эта стычка будет смертельна. Я себе жизни не пополнял. 3700 жизней. Так же само, могу вставать невидимым. Серега, давай тогда так... Если раз я могу использовать все возможности аниматроника, ты можешь использовать админский пистолет. Только ты один, потому что все будут мочить меня. Ты готов? Да. Дурак, что ли? Я только высунулась, а, эй. Ого! Опа. А как ты узнал, Ло? Просто от фонаря решил попробовать. С фонаря. С фонаря для фонаря? Так, кто? Я вспомню, кто у нас есть. У нас есть вот такой челик. Серега, ты сейчас, конечно, угарнешь. Ого, я не знал, что такая штука есть у него. Че, ты кого взял? Смотрите. 87 тысяч жизней. А что ты так делаешь? А как пройти? Это я сразу несколько оружий использую, Димас. Вот эти две турели, снайперская пулеметная и админский пистолет. Второй режим стрельбы. Нифига себе, а как пройти? Не знаю, меня не волнует, ищи поиск. Попробуй пробежать, Димас. Хорошо. Пробежал. Ё-моё. Ого, ты чё такой дерзкий? Блин. Пока, Димас. Ты чё думаешь, ты умный самый стал? Быстрый, умный. Блин, что мне использовать такое, чтоб ты не успела меня убить? У меня реакция по баще твоей, Димас. Хорошо. Ой, извини, Снеговик, обстоятельства. Я понимаю. Так, я иду с прохода, потихонечку приближаемся. Так, никто не нападает. Извини, обстоятельства, аж залаз. А чё такой жесткий? О, да как? Блин, ты чё, я сейчас уже сильно разозлюсь. Хорошо, ребята, а теперь я сильно разозлился. Удачи. Серега, рука не устала фигачить? Я просто в консоль написал плюс атак и все. Ой, я улетел в подземлю, разобрался. Ах ты говно. А ты что думал, ты админский пистолет, а я могу использовать все возможности аниматроников? Ну, я их использую. Эй! Эй, ты сейчас меня убьешь так? Так нечестно тоже простреливать углы. Так. Серега, ты что, дурак что ли? Обстоятельства. Блин, этот аниматроник не хочет ломать эти. Ой. Идите твою, валите, ребят.
Идите, глупцы! Бомба активировалась! Алекс лежит! Не моя! А чё нафига не взорвалась? Потому что ты... Вот это вспышка! Ой-ой-ой! Там кинескопы падли! Ребята, прикольно получилось. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!